Ну что же, всем привет, дорогие друзья, вы как всегда на канале Лупоп. Сегодня мы вместе с вами плавно перемещаемся на сайте Топ Скин. Пополни данный сайт на 10 тысяч рублей обязательно. Если ты захочешь пополниться, лудик вводишь, даю тебе 30% на пополнение. Что ж, ну мы поехали поскорее начинать. Начинать мы, наверное, сегодня с тобой будем с какого-нибудь одного дорогого или не очень дорогого кейса. Давай начнем с огнеопасно кейс. 9000 рублей сразу же здесь потратим. Посмотрим, что нам данный кейс готов показать. Это не первый мой депозит за сегодня, к сожалению. Кстати, два атомных сплава. Возможно, даже что-то сегодня. Да и будет поверхностная закалка, кстати. А 900 рублей поверхностная закалка, это сильно. Тем не менее, 12000 рублей данный кейс нам с тобой ставит. Значит, будем продолжать пока что на нем свой видеоролик. И будем надеяться на какое-то еще хотя бы хорошее заключение данного видеоролика. Но ладно. Давай тогда кейсик конвойский. Ковбойский, блядь. Что читаю? Пока не понимаю. Ладно, 2000 рублей остается на балансе. И 5 кейсов прокручиваются. Падает. Бульдозер, кстати, это дорого, нет? А, это 700 рублей. Ладно, в ноль поставила, как бы я на этом большое спасибо. Бульдозер за 700 рублей, это, кстати, прям очень даже сильно. Но дешевле бульдозера только кровавая паутина. О, перчатки. 10 тысяч рублей, смотри-ка. Лучше уже, правда, действительно лучше. Хорошо, тогда еще 5 кейсов. Смотрим, что с вас падает. Красный глянец и все. Ладно, тем не менее, красный глянец хотя бы. Еще последняя пятерочка данного кейса. И если опять не окуп, то будем сматываться отсюда поскорее. Ну, это, да, опять не окуп. Конечно же, спокойствие, гемоглобин, там все дела. 4500 рублей. 6000 рублей остается у нас с тобой на балансе. Значит, ну давай кейсик Дэдпула. Посмотрим просто. Мало ли, что-то хорошее поставит нам. А может быть и нет. Да не может быть, а так оно и есть. Ничего хорошего, собственно говоря, он нам, наверное, не поставит. Еще 4 кейса. И пойдем попробуем фарм потоков информации. Хотя, нет. А, да, АВП-бах, кстати, смотри-ка. 10 тысяч рублей, ладно. Давай тогда 10 кейсов тогда сразу же и подзакрутим здесь. Хотелось бы, конечно, какой-то ебанутый чумовой дроп. Максимум все, что мы можем получить из ебанутого чумового, это дождь из пуль. К сожалению, 8000 рублей выпало. Окей, 5 кейсов хватает. И слава богу, хотя бы 5 закрутим еще раз. Тут спор 10 тысяч стоит. Сайрекс, вижу, падает. 2 штучка. Правда, вот этот не особо интересен нам. Но, тем не менее, ладно, еще 5. Ну давай, пожалуйста, бля. Еще что-то хорошее, и я ухожу. 2 кадреда, 2 огненных элементаля и сайрекс. Почти что в ноль. Минус 200 рублей. Не критично. Ну, неужели вот там перчатки там никакие не можешь поставить? Да не, не можешь. Ладно, я услышал. Я понял, я обработал. Я распознал эти движения. Хорошо. Идем тогда поток информации покрутим немножечко. Мало ли с них что-то будет хорошее выпадать, что очень, я думаю, вряд ли, но... Может быть, и палка, как говорится, раз в год стреляет. Ну да неужели с первой сотки вообще ничего не будет? Ух тут, ну нет, немного осталось, действительно. Ну хотя бы юспик какой-нибудь. Хотя бы дигл. О боже, мне кажется, меня наебали только что. Ладно, еще сотку. Смело. Неужели вот так вот просто ты меня сольешь? Я не верю. Ну не надо. Ну давай не будем, пожалуйста. Да, шансов, как говорится, пока что как-то скудновато. А, ладно, один USP есть. Как бы и на этом большое спасибо. Продать все. 3000 рублей за USPS. Ну такое, ладно, тогда давай еще сотку. Я надеюсь, что с этой соточки что-то хорошее выпадет. Я не думаю, что вам интересно это в самом деле смотреть, но пока баланс вот такой. Да нет, все, ладно, хватит. Даже мне уже это не интересно глядеть. Хорошо, 8000 рублей и 3 раза фастом, чтобы нам не ждать, пока будут открываться вот эти вот... О,
О, а вот так мне нравится. Хорошо. Давай кейс по 5000 рублей. А чё бы нет, только что получили денежку. Можно как бы её и потратить. Кейс за 5000 рублей даёт нам... ни одного укупа. Отлично, два кейса. Пожалуйста. Давай 1020 одним скином. Цель найдена, кстати, это окуп. Да, это окуп, действительно. 1020-25 одним скином, и я сегодня выведу. Сегодня просто хочу сыграть без наглости, так вот, чисто подотбиться. Немножечко, но... Тут отбивочка и не пахнет. Хорошо, один раз фастом. Нихуя себе, блять. Вот так вот даже можно было. Это, кстати, сверх моих депозитов. У меня было... В предыдущий раз было вполне на 15 тысяч рублей, и сейчас на 10, то есть 25. И в предыдущем ролике мы еще и забрали. Бля. Но ролик на 6 минут, мужики. Ну, не хочу. Ну, как будто бы не хочу продавать. Ну, правда, ну, не имеет это никакого смысла. Я не думаю, что он больше будет ставить. Пизду, давай выйдем. Давай попробуем вам тогда сегодня скины еще на розыгрыш выбить. Да и, в принципе, наверное, будем заканчивать данный видеоролик. Ну, то, что так насыпало, мое уважение. Просто мое уважение, мое почтение, мое все. Я даже не знаю, что сказать. Это, ну, это прям очень годно. Мне прям очень даже понравилось. А, ну да. Какие шансы, блядь? Не только что перчатки за 40 косарей упали. Тем, про какие шансы, нахуй, ты думаешь? О, господи, ладно. У нас 4442 вот этих диаманта. Давай их поскорее потратим тогда. 4000 из... Ну, давай фиолетовый сет. Наверное, я очень сильно пожалею об этом, но тем не менее. Пожалуйста. Красный зверь. 1900. А давай его разыграем. А давай, ну, чтобы ни меня, ни тебя, ни кота, ни за что не тянуть. Вот так вот еще два кейсика здесь переоткроем. Выпадет нож. Конечно же, в другой жизни. Выпала броня и всякая ебала. 250 рублей остается на балансе. Можем, значит, открыть. А, хотел открыть тайное, но не хватает. Ну, давай, ладно, за 230 вот этот вот кейс с дубликатом откроем. Хамелеон выпадет. Даже окупимся. Ничего себе. Очень даже удивительно это было. И все, 200 рублей на балансе. Ладно, за 200 есть здесь что-то? Барный. А, это бесплатно можем открыть. Ну, давай, бесплатно. И дубликат давай. Две на 600, смотри-ка. Три кейса, понятно. Окуп. Один кейс 600 рублей дает. Четыре кейса дают 300 рублей. Два кейса дают 200. Один кейс дает 130. Еще один кейс дает... пустынную каку. Пустынная кака, это, наверное, не очень. Ну ладно. Тем не менее, сегодня перчаточки Нокс и АВП скоростной зверь, которая может оказаться в твоем инвентаре. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше на такой вот АВП, ты должен быть просто подписан на канал, поставить лайк, написать, конечно же, комментарий. А так, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем удачи. И всем пока. Пока-пока. Пока.